маги Керентора. Я Артас, первый из рыцарей смерти короля Лича. Приказываю вам открыть ворота и склониться перед мощью плети. Приветствую тебя, принц Артас. Как поживает твой благородный отец? Лорд Антонидас, к чему эти фальшивые любезности? Мы ждали твоего визита, Артас. Наши маги создали барьер, который уничтожит твоих мертвецов, если они попытаются подойти к городу. Ваши фокусы не остановят меня, Антонидас. Отзови войска, или мы будем вынуждены обрушить на тебя всю свою силу. Выбирай, рыцарь смерти. Я чувствую, что защиту города поддерживают трое магов. Если ты найдешь и перебьешь их, барьеры рассеются. Доброго времени суток, зрители, члены и гости нашего канала. С вами Роси, вы на канале Рулигейм Онлайн, и мы продолжаем играть в Warcraft Reforge за нежить или плеть. В общем, за нашего товарища Артаса и его верного старого друга-пенсионера Килтузада. Мы пришли в Далоран, и сейчас мы должны уничтожить трех магов, которые поддерживают защиту на вход в этот город. И после этого, как я подозреваю, у нас, наверное, будет финальная глава, в которой мы закончим кампанию. Ну, а сейчас перейдем от слов к делу. Что у нас есть? Наконец-то у нас появились поганищи. Это уже хорошо. Значит, верховных магов 3 осталось. Хорошо. Так, дополнительная задача есть? Нет. Убейте второго, первого, второго, последнего. Доберитесь до метистого цитадели. Убейте, ну, понятно. Того наглого детка мы тоже завалим. В этот раз у нас уже 3. Работника на дереве. У нас тут можно поставить еще. Я не люблю с самого начала постоянно базу развивать. Я так ее развивал хорошо, мне так нравилось. Тут мы не пройдем. Нет, не пройдем. Жаль. Так, ну пошлите пока этими войсками немножко подеремся. Наконец-то. За короля Лича. Блин, перед концом той кампании, той главы, точнее, нужно было в магазин зайти. Первый маг. Ну, первый маг будет легкий. Я так дома. Как-то лучше. Верховный маг убит. Первая аура рассеивается. Да, это было легко. Ледяная скорбь. Если ты не оставишь меня в покое, я превращу тебя в безмозглую овцу. К оружию! Разумеется. Что это за хрень большая такая? Наконец-то. Интересно. Девки пляшут. Страдания сложат легенды. Ледяная скорбь жаждет крови. Мне не нравится, что эта карта сопроносит, а у меня нету на нем хила никакого. Говори. Это печально.
Вы спросите меня, это хорошо или плохо? Я вам отвечу, это печально. Разговоров-то было, Верховный Маг. Чела играем. Теперь что там такой дерзкий? Никто не смеет мне приказывать. Поганище мое забивает. Ну, трудно исцеление, уже неплохо. Поганище, живи. Наконец-то. Наконец-то. О. Ты узнаешь, что ты что, за меня? Прикольно. Даже очень. Так-то лучше. Сейчас я всех отхиляю, потом заюзу зелье маны. После того, как заюзу зелье маны, заберу хилку Тавтузада. Ну что еще? Руна исцеления была. Вот так. Не сильно что-то исцелился. Ледяная скорбь. Так, тут да, все мы закончили, наконец-то. Да? Так-то лучше. Пошлите дальше. С нами есть голем. Ледяная скорбь. Нормальный парень такой, я смотрю. Не надейся на быструю смерть. Золотые монетки. Оп. Наконец-то. Оп. Оп, прикольненько. Наконец-то. Ледяная скорбь жаждет крови. Будем монетки собирать. В хранилище маги собрали множество зачарованных предметов. Это хорошо. Разрушь мы сейчас его. Заберем. И мы сможем обратить против врага его же оружие. Это, а, блин, тачечками не могу собирать предметы, жаль. Артас. Наконец-то. Итак, поехали. Что тут у нас есть интересного? Трубка прозрения. Наверное, это тебе. Да. Ману героя. Никто не смеет мне приказывать. Ускоряет. А здесь у нас что? Золотые монеты. Тоже, наверное, монеты. Да. Да, сейчас. Ну что еще? Будь осторожнее. По 250 монет, наконец-то. Неплохо. О, а тут мы голема сможем собрать, лучше. Это я уже понял. Наконец-то. Аметистовый совет. Это дополнительное задание у нас. Голема мы похилять не можем, ну ладно. Так, это все хорошо, но мне кажется, что если бы мы улучшили своих типов, они были бы сильнее. Логично, логично. Поэтому сделаем так. Так, и что тут у нас? Хочу, чтобы ты сам пошел, дружище. Ледяная скорбь жаждет крови. Все. Говори. Так-то лучше. На нашу базу напали. Наконец-то. Какая-то хрень. Какую-то хрень призвали. Но я думаю, Зиккурата наша справится. Наконец-то. Чтоб я не возвращался. Исследование завершено. Наконец-то. Так, а ты что у нас не надейся, хранишь на письменном столе? Разумеется. Умирай. Исследование завершено. Разумно. Исследование вот оно как. Говори. На будь нашу осторожен. Базу напали. Так-то лучше. Блин, не хочется из этого казна возвращаться, не знает куда. О! Где там наши пацаны? На нашу базу напали! Склоняюсь перед твоей волей. Твоя воля исполнится. Он до последнего, короче, стоит, дуплит. Да свершится предначерт.
все, перестал добыть. Исполню с радостью. Да, повелитель. Да, повелитель. Что ты скажешь против столько декоратов? Уже ничего не скажешь. Так, я хотел тут купить. Значит, что мы возьмем? Мы возьмем обязательно свитки исцеления и свитки защиты. И такое защищение нам не нужно. Идем дальше, ребята. Не встаем. Держит он тоже в этом. Нехороший. Наконец-то. Мужчинка. Призыв завершен. И улетел. Призыв завершен. Что ж ты? Тыкло. Второй чародей мертв. Осталось. Бля, не успел похилить. Не успел. Я этого не успею. Пауки падают прямо на глазах. Ледяная скорбь жаждет крови. Тут еще у големов есть как бы скиллы. Можно ими тоже пользоваться. Наконец-то. Так, идем. Идем дальше. Наконец-то. Исследование завершено. Так-то лучше. А, это вы, наверное, на мою базу шли, да? Вот мы и встретились. Так-то лучше. Ребятишки. И это я еще Келтузадом ультимативную способность не использовал. Так, а ну чё... Нет, чё ты можешь? Вот так вот. Бум. Никто не смеет мне приказывать. Ты узнаешь, что такое боль. О твоих страданиях сложат легенды. Вот так. Да ну забейте уже, ну ёлки-палки. Ледяная скорбь. Наконец-то. Ледяная скорбь. Есть такое крови. Дело. Кто тут из старшего? Ты? Исследование завершено. Наконец-то. Да, сейчас. Никто не смеет мне приказывать. Местный фургон погибает. Даже скажу больше, он погиб. Смертью храбрых. Магические узники. Наконец-то. Не надейся на быструю смерть. А, наконец-то. О. Добро пожаловать в нашу движуху. Ледяная скорбь жаждет крови. Один мясной фургон у нас там остался. Наконец-то. Ледяная скорбь жаждет крови. Короче, как вы видите, ребята, прохожу просто на одном дыхании. Кстати, дыхание. Еще, знаете, что я хотел сделать? Я хотел, так как у меня много зиккуратов, я хотел поставить... Для начала надо... Ага, я не могу. А почему? Что не хватает? Жертвенная яма. Что будет? Твоя воля исполнится. Драконов бы ледяных. Да для полного счастья. И, наверное, немножечко пауку. Чуточку. Ой. Никто не смеет мне приказывать. Не будем терять время. Не хочу затягивать. Вперед. Улучшение завершено. Вперед, вперед, вперед. Вперед, вперед. Улучшение завершено. Даже могу так сделать. Ну что еще? Давайте. Мага. Наконец-то. Наконец-то. За короля лича. Спящий. Вот тут тоже сейчас будут какие-то золото. Зоита. Мотку бы какую-то еще получить. Конечно, было бы неплохо, но вряд ли. Ледяная скорбь завершён. Угу. Склоняюсь перед твоей волей. Говори. Ладно, давайте золото.
Так. Это все кагало, давайте. Так-то лучше. Куда? Валивайте. Будь осторожен. Терта, собирай золото. Вот так. Никто не смеет мне приказывать. А, наконец-то. Теперь сюда. Наконец-то. Ледяная тут еще один голем. О, а тут какое-то оружие ходит. Согласен. Ну что еще? Загородил себе щитом и думал, что мы не пройдем. Так нельзя. Так, еще один голем в нашу компанию. А тут у нас доспехи клинколома. Ну что еще? О, к защите на количественном войске к 7 броне героя. Нормально. Артас теперь у нас будет вообще бронированный. Наконец-то. Перец. Так-то лучше. Где-то мои эти... пауки. Где пауки? Вот. Я жду. Призыв завершен. Что сделано? Я ручек сюда. Сделано. Где прольется моя кровь? Так, у нас полное это. 120 это мы можем. Ну, нормально, 7 штучек можем. Но я думаю, до этого мы не успеем дойти. О, здравствуйте, приехали. Что ты тут делаешь? Никто о, не это поворот, приказ. Лич. Это что твое, потому что пауков у нас нету. А, нет, есть все. Вру. Погнали. Наконец-то. Сначала сюда зайдем. Выполним дополнительное задание, а потом все остальное. Ледяная скорбь. Плеча забыли. Лучше бы мы тачку эту забыли без толкового. Будь осторожен. Наконец-то. Есть. Ну что еще? Исследование. А что тут у нас будет? Какая-то штучка интересная. Так-то лучше. Так, Артас, знаешь, что сделай? Ты побеги. А, наконец-то. В чем проблема, ребята? А, туда нельзя бежать. Говори. Жаль, я думал, тут что-то есть интересное. Ледяная скорбь жаждет крови. Лич, мне не нравится, что ты филонишь. Почему Артас постоянно без щита? Ой, как туда дойти? А, наверное, все-таки через этого придется пройти. Потому что потом надо будет подняться, что там лучше инфинеру дать по башке. Ух ты, нифига себе. Вот это да. Никто не смеет мне приказывать. Так, там кто-то из големов мог делать бум. Вот этот бум. Будь осторожен. Есть такое дело. Ну что еще? Вальнули ему. Наконец-то. О, источник здоровья. Тут можно подлечить наших бойцов всех. Что мы, в принципе, сделаем. Еще одного голема можно будет. Ледяная, о, вот это бомба. Жаждет крови. Еще один голем нам пригодится. Ледяная скорбь. Так-то лучше. Все выполнено. Будь осторожен. Итак, собираемся все здесь. Это у нас по змеям. А, еще ни одного, блядь, нету. Офигеть. А, нет, один есть. Есть. Так, ну, первое, сейчас туда пойдут на разведку боем големы, конечно же. Вот сначала туда пойдут големы. Говори, кто звал? Это у нас будет отряд. Не теряй руку, она тебе еще пригодится. Первое, туда зайдут големы. Потом за ними зайдем мы. Пачка, мы тебя не забыли, дружище, ты с нами. Ты часть команды, часть корабля. Наши войска атакованы. Кем? Вот это поворот. Вы видели этот прикол? И вот еще какая-то стоит. Тут еще, оказывается, везде и башенка натыкана была. Вот это да, поганище. Да. Так. Значит, вы будете отряд 2. Вы будете отряд 1.
И мы все вместе сюда заходим. Драться с этим петухом старым. Мне больно даже смотреть на тебя, Артас. Я избавлю тебя от мучений, старик. Я предупреждал, ваши фокусы меня не остановят. Так, пошел замес. А он, короче, пока недоступен, да? Пока мы не победим этих дебилов всех. Никто не смеет мне приказывать. Теперь этих дебилов надо победить. Опять тачка моя страдает, обратили внимание? И местный фургон. Наш рудник почти истощился. Да, сейчас. Будь осторожен. А, вот он. О, блин, я его не видел. Ребята. А, наконец-то. Я даже опять ультимативную способность не использовал. Не везет мне. Забирай свою книгу, Лич. Нам пора уходить. Скоро маги соберутся для последней атаки. Ты прав. Я начну ритуал призыва владыки Архимонда на закате. Как-то так, ребятки, победа. 20 минут. Шикарно. Далее. Глава 8. Пылающее небо. Через час на холме близ Доварана. Это уже будет конечная глава. Последняя за нежить. И это будет в следующем видео. Всем спасибо за просмотр. Лайки, дизлайки. С вас, как обычно, комментарии. Всем пока и до скорых встреч.